Внимание на стол впереди. Обратите внимание, какой ногой человек наступил. Он наступил правой ногой. Сейчас мы руки займем оружием. Теперь, чтобы он переступит левый, ему надо подняться и слезть. Получается, что центр тяжести он гуляет. Вверх-вниз. 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 Поэтому, как бы это ни логично не выглядело, мы наступаем не там, где ниже, а мы наступаем там, где выше. Наступили, подвинулись. Переставили ногу, я не использовал работу мышечного упрямления абсолютно. Наступили, переставили. Как можно меньше усилий. Это раз. Второе. Удержать спину. Второй способ. Мы садимся, снимаем. Опять же мышцы не используем. Третий способ, если там чуть повыше. Оружие положили, задвинулись, перелезли. То есть не должен центр тяжести гулять вверх-вниз, потому что это излишнее напряжение ваших мышц. На пятерке, двадцатке это не чувствуешь, но когда ты идешь третий, пятый день, это очень сильно ощущается. Поэтому сейчас попробовали, туда проходим. Левой ногой. Здесь перелезли, еще раз левый, разворачиваемся правый, здесь перелезли в другую сторону. Двумя этими способами. Понятно, да? Учтите, что у вас еще рюкзачок будет. И вы просто вот так вот не наступая, сейчас, кстати, кого-нибудь рюкзачком посадим на твоего бойца. Был тут. Да,